2 сентября 1112 школ Ростовской области распахнут свои двери и примут более 370 тысяч детей, в том числе более 39 тысяч первоклассников. На сегодняшний день все 1112 школ приняты органами Госпошнадзора, то есть они соответствуют всем нормам и требованиям, подготовились к учебному году лучше, чем в год предыдущий. Более того, Госпошнадзор и областного, и федерального уровня отметил подготовку Ростовской области в лучшую сторону и как одну из лучших в Южном федеральном округе, или лучшую в Южном федеральном округе. Это результат работы многолетней на протяжении там, последних 5-6 лет. Вот эта работа системная, она дает свои результаты. И я хотел бы, пользуясь случаем, всех поздравить с наступающим праздником и сказать, что школы Ростовской области готовы к началу учебного года.